Shall we begin? Всем привет! В предыдущих видео я показал и рассказал много о том, как сделать ваш дом умнее с помощью контроллера BroadLink. В последних видео я рассказал о беспроводном радиоуправляемом кране, а также как выбрать GSM-сигнализацию и внедрить ее в систему умного дома. Настало время сделать умнее кухонную вытяжку. Для этого нам понадобится вытяжка, а также беспроводная розетка. Можно также использовать обычное реле на 220 вольт. В конце видео я расскажу о том, как сделать так, чтобы ваша вытяжка включалась в зависимости от того, какая у вас влажность, а также в случае повышения либо понижения температуры. Итак, вот у меня перестала работать вытяжка. Я ее снял. Вот такой вот короб, замотанный, перемотанный. Вот здесь у меня была вытяжка. Для того, чтобы сделать вытяжку радиоуправляемой, мы провод переместим внутрь вытяжки. Вытянем его вот с этой стороны и поставим вот такую вот радиоуправляемую розетку. Работает она на частоте 433 МГц, и мы ее разместим внутри. Она имеет степень защиты IP44. Это значит, что ее можно устанавливать во влажных местах и использовать на улице. Вот мы поставили вытяжку на место, подключили всю эту систему, берем пульт, и все работает. Включаем, выключаем. Вот как это выглядит внутри. Вытяжка присоединена к питанию 220 через смарт-розетку. Мы можем управлять через пульт, а также можем управлять через мобильное приложение, запрограммировав всю эту систему через BroadLink RM Pro. И можем управлять через смартфон, находясь где угодно, с любой точки мира. Мы можем включать и выключать вытяжку. Но для того, чтобы включать и выключать, вытяжка должна быть физически включена, то есть кнопка включения должна быть нажата. Вот мы подключили через RM Pro, и собственно все работает. Вытяжка включается и выключается. Для чего это может быть полезным? Вы можете настроить таймер через BroadLink RM Pro и периодически включать и выключать вашу вытяжку в течение дня. Она будет включаться, обновлять воздух и выключаться. Приходите, воздух свежий и чистый. Также вы можете использовать это как будильник. Настройте через BroadLink RM Pro включение вытяжки на 7 часов, и у вас разбудит ваша любимая умная вытяжка. Итак, спасибо, что смотрели мой... Стоп, чуть не забыл. Я обещал рассказать о том, как можно сделать вытяжку еще умнее. Для этого вместо умной розетки вам нужно будет использовать следующий контроллер. Суть данного контроллера не только в том, что он включает и выключает с BroadLink RM Pro или с сигнала мобильного телефона. Он также может включать и выключать вытяжку, если влажность достигла запрограммированного уровня, или же температура на кухне достигла определенного уровня. В данном контроллере встроен датчик температуры и датчик влажности. Поэтому, если вы установите данное реле со встроенными датчиками, то через мобильное приложение и специальную программу вы можете запрограммировать на включение вытяжки после того, как будет достигнут определенный уровень влажности или определенная температура. Ну а когда влажность снизится, вы можете запрограммировать, чтобы данный контроллер выключал вашу умнейшую теперь вытяжку. В этом случае вытяжка будет не умная, а умнейшая. Вот теперь спасибо за то, что смотрели мой канал.
Подписывайтесь, ставьте лайки. Будут много интересных новых видео. Также, если у вас есть какие-то идеи, пишите в комментариях, что бы вы хотели увидеть, что бы вы хотели сделать умным в вашей системе умного дома. Всем спасибо, всем пока!